Друзья, всем привет! Сегодня выехали на коп. Коп дальний, сейчас раннее утро. А вот за 300 километров от дома. Почему так далеко? Ну, я тут часто бывал, особо не копал, место не для копа. Вот, и позвонили, сказали, приезжайте, выписали пропуск, так как место закрытое. Сюда зайти можно только по пропускам. Почему говорю, мы поехали, мы с Саней. Да, это канал Брат 36. Хороший канал. Интересные видео позитивные, много находок, так что подписывайтесь на канал Брат 36. Вот, и приехали, сейчас покопаем, посмотрите находки мои. Вот, видео, что нашел. Смотрите, не переключайтесь. Так, вывалилась монеточка. Сигнал такой странный какой-то. Еле-еле. Теперь посмотри, что это. Совет. Одна копейка. Ищем дальше. Так, вырвал вот такую ямку. Сигнальчик. И вот она, монетка. Сейчас я покажу. Конечно, копать в прямом эфире надо с GoPro. Вот она. Сейчас посмотрим. О! А ну-ка. Солнце подальше. Чё? Ага. Серебришка. Вот он. Белончик. Так, какой? 15 копеек. 29-й. Хе-хе-хе, забираем. Так, друзья, да, интересно, находочка, даже не копает. Сигнал сверху хренит, просто лежит в поле. Походу, она мертвая. Ну, мертвая, не мертвая, но это формат копейки. Монета, точно? Да, это 100% монета. Бур, к сожалению, не это. Не просматривается, но это 100% монета. Нормально. Причем старая. На, держи. Я думаю, что это копейка. Либо Екатерина, либо Елизавета. Просто всех лежит. Шайба это. Вот она. Я, наверное, здесь пахали столько, что... Но она убитая, наверное. Попробуйте ее отмочить. Так, друзья, копать. Видно сигнал, и выходят вот такие вот вещи. Вот сначала ручка, а потом вот такая штука. Металл непонятно. Я сначала думал серебряный. Потер даже. Видите? Беленький цветной металл. То ли алюминиевый, то ли... Походу с комода. Ручка. Украшение с чего-то. Вот оно. Не пойму, вот он. Тоже. Такая штука. Старенькая. Так, где-то полтора штыка. Сигнал еще идет. Будем искать дальше. Очередной сигнальчик, друзья. Штык. Где-то, наверное, да? И вот она, монеточка. Вот она. Интересно самому, что здесь находится. Вот сейчас мы посмотрим. Пищит как совет. А это не монета. Ха-ха-ха. Опа. Хорошо, прикол. А я думал монету. Даже
сбоку торчал, как монитосик. Вот так бывает. Вот так. А что это такое? Пуговица, по-моему. Сигнал монеты. Очередной сигнал. Или первый сигнал. Вот такая штука. Сигнал монетный, цветной, но это, походу, пуговица. Ну да. А что за пуговица? Уже здесь не первая пуговица. Это интересненькая. Сейчас я ее почищу. Момент. Так, если я не ошибаюсь, это мариманская пуговица. Наверное, советская, скорее всего. Хотя советских ушки не такие, по-моему, были. Ну, может быть, ну, советская, наверное. Может, ранее. Какой-то морячок, наверное, пахал поле после дембеля. Вот так. Так, монетный сигнал. Вот она, монеточка. Спряталась хорошо. Двушка, что ли? Две копейки. Ранний совет. Походу, да. Сейчас год посмотрим. Так. Год видно. 30-й. Неплохой сохран для 30-го. Оп. Вот на такой глубине сигнальчик. Слабенький такой. Ай, монетка. Вот я ее аж выкинул. Вот она. Вот, и посмотрим. Это то местечко, которое разведло, что за монета. Убитая, вернее, грязная. Плоский чекан, что ли. Сейчас я щеточкой попробую почистить. Так, полезем мы за щеточкой. Ну, по-моему, затерто. Затерто. Видно, что... Так, мне нужна щетка. Так, что я оттер, это Николай Первый. Копейка серебром. То, что удалось. Вот так вот. 1800. Он опять затер. 1800, так. Потрем штаны еще. Вот она. Так, фокус, фокус. Копейка серебром. Николай. Видно здесь. Вот, вот так вот видно. Николай Первый. Вот такой монитосик. Ищем дальше.
Так, что я тут выкопал-то? Эй. О, так это... Погоди. Смотри. По-моему, это... Еще смотри. Это не... Переверни на мину. Тихо, сильно не три. Стой. Блин, я это что ли... А, нет, не выложил. Погоди. Что же за монетка нам попалась? Еще тихо. В другую сторону делаю. Что это? А, все, видишь? Смотри. Все, погоди. Нет. СССР. Это называется полкопейки СССР. Они, кстати, есть какая-то редкая, то ли 28-я, то ли 27-я. Видишь, большие СССР буквы? Нет. Поэтому звук СССРовский такой. Ну, переверни, давай годок посмотрим. Объект этот, скучу, как все имеешь. Ну-ка дай. Щетку на место. Да нет. Переверни и чуть-чуть обмою тряпочную перчаточку с другой стороны, да, вот этим. Раз. На. Не видно ничего. Она еще вшатанная. Короче, я сейчас СССР покажу. А что тут еще-то бьет? Может, еще одну монету? Слышно? Сюда. Вот сюда. Не железка. Это она сидит. Блядь, возьмись, где вот тут, слушай. Не надо. Расковыряй сейчас, нахуй. На, прикольная штука, ладно. Да снимай там у себя. Блин, классно. Сейчас покажу, вот тут. А, она разделяет, и я ж слышу, он пик-пик-пик, как бьет, как империя. Так, сейчас я щеточкой попробую почистить. Да, год прям очень интересно узнать. Я бы, бля, сам. Итак, вот она, моя монетка. Где, бля? Вот, выскочил. Я ее вытащил, чуть думал, потерял. Так, стой, дай-ка я приближу. Интересненькая она какая-то. Вот он, видишь, как лежит. Я высунул, думал, потерял, начал прибором пинать. Ну, мне кажется, троек, 20 чертов. Да, вообще, мы посмотрим. Ух, ёб твою мать, бля! Это этот, блядь. Что ты бьёшь? Этот, как его? Значок, блядь. Я думал, вот этот, как его? Сидитель. Серебряный. Я тоже. Давай, стой. Блин, ну всё равно, ну это не... Не... Не убивает интерес к ней. Бля. Что-то какой-то. 254. Давай, три. Три. И что это такое? Мне кажется, знаешь, что это такое? Мне кажется, это рукожопство, бля. Серьезно, такой, ты смотри, жетон, да? 89. Нет, не 9. Я уже не монет у вас. Я вообще заорал, я думал, это серебро, бля. Лимин. Жетон переверни, да, посмотрим, что написано. Да, я засниму, потом сделаю этот. Где-то там есть. ХЗ, что-то такое. 254, 12. 89. Мне кажется, это такое, это послание, это инопланетян жетон. Они приедут, тебя заберут. Не, не надо, я тут хочу пиво попить. Бля, как я заорал, слушай. Я серьезно думаю. Да, бывает и такое. Монетный сигнал. Похоже на монету, но... Это не монета. Тем более я еще вклячу. Класс. Ладно, ищем дальше. Ох. Вот так. Ох ты ж, ё-моё! Да нам шмаляет, а мы копаем. Вот такая у меня находочка с испугу. Вот. Копаем мы на военных позициях. Там воюют, тут копаем.
Поэтому ничего мы не боимся. Вот так вот. Копаем мы сани. Канал Брат 36. Подписывайтесь на канал его. Интересное видео у него, находочки. Вот, и вот сегодня мы тут вместе. Так, что это за монетка? Ага. 10 копеек. 10 копеек. Какой год? Не видно. Ладно. Почистим. Посмотрим.